Здравствуйте, меня зовут Анжелика. Я делаю игрушки на заказ, а также продаю готовые. Игрушки у меня войлочные, сваленные из шерсти. Есть у меня игрушки интерьерные, как вот эта игрушка. Она сделана в технике мокрого валяния, набита холофайбером. Вот. Есть игрушки игровые, это сухое валяние, они полностью из шерсти. У меня внуками с удовольствием играются, вот коты, собаки. Вот еще такой мишка есть, это тоже мокрое валяние, он набит холофайбером, он вообще маленький, приятный. Буду очень приятно держать в руке. Вообще игрушки из шерсти приятно держать в руке, они теплые, домашние. У меня много игрушек пальчиковые. Вот у меня две свинки такие, у них снимается одежда. Вот, веселые, хорошие свинки. Есть вот такой тоже пальчиковый кролик. У меня целая компания мимимишек, так как опять внук у меня очень любит мимимишек, то есть мне их пришлось все сделать в удовольствие. И очень забавные, хорошие, интересные игрушки. Вот. Очень много у меня игрушек, мне нравится делать, потому что дети их любят, и взрослым интересно с ними играть. Это игрушки на руку, перчаточные куклы. Они просто живые, оживают. Дети всегда в восторге от них. Вот такой попугай, слон. У меня, ну, много, у меня очень много таких игрушек. Здесь далеко не все. У меня много проданных таких игрушек, и подаренных, раздаренных. Вот. Кот плотный, можно так играть. Даже вот. И вот такой ежик смешной, с иголками тоже валенными. Я иногда делаю глазки пластиковые, ставлю безопасные, но чаще делаю глаза из шерсти, чтобы то также детки, для деток они были совершенно безопасны, чтобы детки не могли их проглотить, потому что вырвать такой глазик практически невозможно. Сейчас вот начала экспериментировать, делать такие куклы, которые в одежде, чтобы можно было их не только на руку, здесь делаю застежки, и дальше ими можно играть, застегнуть просто отверстие для руки и дальше играть как обычной игрушкой. Вот. Очень такой симпатичный, приятная зайка. У нее привалены к ушкам и к мордочке привалены кусочки ткани. Такой же, из которой сшит сарафан. Вот. Ну и вот, как любая игрушка, очень интересная. Еще есть вот такая лягушка тоже. Она здесь вот как раз застегнуты. Отверстие застегнуто. Все аккуратно. Вот, если расстегнуть, то опять же ее одеть. И она вот играется как кукла ручками. Здесь вот глазки у нее как раз пластиковые. Вот. Ну, тоже безопасные. Ребенок их выдернуть не сможет. Также валены кусочки ткани для красоты. Вот. И вот такие забавные игрушки. Можете заказывать любую игрушку, какая вам нравится. Можете купить готовые в моем магазине. Можно заказать любой персонаж, который нравится вашему ребенку. Я все с удовольствием сделаю.